Так. Ну, можно провести экскурсию по нашему микрорайону. Да? Угу. Максим Павлович, ну давайте вот публике покажем, небольшой публике покажем вот эти вот дома. Так? Ты на мою руку тоже смотри. Так, а, ты вот эти показываешь большие. А я показываю вот, который в лесу. А вот где-то за этим лесом мой дом бабушкин, да? Угу. Некрасова 28/6. Правильно. Ты меня-то снимаешь? Экскурсовода. Так, а сейчас я, уважаемая публика, мы сейчас с вами пройдемся и посмотрим. Мы находимся на детской площадке. Вот вы видели видео, где вот Максим тут у нас по горкам лазил, молодец. А сейчас мы вам покажем автобус. Давай, детский автобусик. Вот оно. Тут кто-то из детишек оставил свой велосипед, ты показывал его. Так, вот здесь у нас Максим Павлович был за рулем, девочку Сашу вез. Так, вот здесь у нас, покажи вагончик какой. Сейчас, сейчас я залезу. Залезет и из вагона. Да, экскурсовод, подержите. Хорошо, я сейчас подержу. Меня, кстати, зовут Валентина Николаевна. Так, и вот Максим Павловичу передаю трубочку. Вы можете снять, кстати, экскурсовод. Из вагончика автобуса вы можете снять и меня. Тут не так уж. Так, если вот так. Он не такой уж и большой. Хорошо меня видно? Да. Отлично. На весь рост видно. Замечательно. Давайте мы, уважаемой публике, покажем, какая елочка у нас до сих пор во дворе стоит. Давай. Давай. Снимите, пожалуйста, Максим Павлович, вон елочка. Я буду ее показывать, а вы снимаете. Вот, посмотрите, пожалуйста. А где она? Вот она. А? Угу. Так, ну что, можете снять, кстати, вот наш подъезд, да? Вот. Можно балкон снять, он у нас открыт. Ох! Ох, дайте я вылезу. Открыт. Ну, давай. Давайте я вам помогу. Оп. Так, и вот смените. Наш, вон видите, у нас балкон открыт. Ты видишь сам? Балкон открыт? Ну да, вон. А, да, точно. Точно. А вот. Только не похоже, что это наш. Да наш, наш. Так, сняли наш балкон на 12 этаже. Сняли? Все видно. Так, всем мне, например, видно. Давайте теперь, давай, уважаемой публике, покажем самого товарища, который снимал. А вот он и Максим Павлович, видите его? Так, вот он снимал Валентину Николаевну, меня, то есть экскурсовода. Можешь меня еще разочек показать? Видно меня? Да? Да. Ну, вот так. На этом мы нашу экскурсию для вас заканчиваем, 5-минутную. Нам, мы, наверное, пойдем уже обед. Максим Павлович, сейчас приглашаю пообедать. Пойдете? Пойдемте со мной. Замечательно. Все. Тогда выключайте. Так, подожди. Так, где кто-то нажимается? Вот тут, что ли? А что ты хочешь? Нас заснять. Нас вместе? А, вот. Как? Видно нас? Я не знаю даже. Фух. Ну все, мы заканчиваем. Мы заканчиваем. Все закончилось. Да. Фух.